Вот что пишет Тимур Шангареев. Открыт закрытый порт Владивосток. Открыто все, но мне туда не надо, шутит он. Мнится бесконечная колонна танков и градов на дорогах. Над ними вертолеты, в городе патрули. Любопытно. Без комментариев. Пока. Никто не соберет референдум о начале войны. Никто не спросит вашего мнения, пригнать или не пригнать, например, к берегам вашим цунами, чтобы смыть водой города и очистить местность для новых богатых. Как это планировал в свое время премьер Крыма Анатолий Могилев. Который договаривался со спецслужбами купить и хотел купить у спецслужб Украины взрыв пластов в Черном море, чтобы пригнать цунами к Ялте и смыть весь город одной волной, а потом продать эти земли богатым.